Здравствуйте, зрители моего канала. Как я вам и обещал, снять видео по ремонту батареи от электросамоката Novatrek. Сейчас мы откроем, как раз сразу ее отдефектуем, выясним, что с ней все-таки произошло. Почему она не заряжается? Предлагаю проверить напряжение на ячейках. Так, пойдем, наверное, от B+. Первая ячейка хорошая. Вторая ячейка тоже. Третья. Ага, на седьмой, наверное, ячейке 0. И на 10-й ячейке 0,66. Что привело к этому, пока я не знаю. Посмотрим, что у нас. В контроллере есть незначительные следы влаги. Я не думаю, вот как раз это первое. 10-й контроллер еще не балансный, он не балансирует ячейки, а просто ведет контроль за напряжением этих ячеек. И цепи заряда-разряда разные. Один транзистор стоит на зарядку к разъему зарядному, три других транзистора отвечают за разряд, за защиту от глубокого разряда. Ну вот, тут уже мы видим потекший электролит. Что у нас? Что мы имеем? Ну, вот он, где был удар, примерно в этом районе. Пробита банка. Вот она прям видна, что видно, или электрод, она то ли расплавилась, то ли непонятно. Ячейки ГЗНС, это в принципе неплохой китайский завод. У меня были такие ячейки, я их тестил. Даже, наверное, мы найдем именно такие ячейки сюда, чтобы собрать эту батарею назад, отремонтировать, чтобы не менять все. В принципе, ну, ячейки для китайского производства очень достойного качества. Так что попробуем сразу, наверное, померить внутреннее сопротивление. Да, не все так прям просто. Эти ячейки очень часто встречаются в гироскутерных батареях. Очень часто. С внутренним сопротивлением. Так. Вот и 20 миллиом. Ну, учесть, что тут сборка 2П, значит, в среднем сопротивление ячейки 40 миллионов. А почему вышли из строя 10-й банки, я пока не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, нам надо будет проверить плату БМС. Ну что, попробуем сейчас заменить, вырежем старые ячейки, поставим новые и попробуем их отбалансировать заново. А дальше будем думать, что произошло с контроллером.
иногда бывает, пробивается часть контроллера и разряжает ячейки. Встречалось в моей практике такое. А пока приступим к ремонту. Так, будем пытаться заменить эти банки. Вот, как раз нашлись у меня в хозяйстве баночки. Прям, я думаю, то, что надо. Ну, с другой партией, конечно, но я думаю, будет это лучше, чем люди заплатят за всю батарею. Никелевые ленты, как мы использовали в видео переделка аккумулятора от велосипеда Mercedes. Кто не видел, можете найти это видео на канале. Тоже там были использованы недорогие ячейки китайские. Колечки самоклеющиеся, я думаю, останутся у нас старые. Так. Что дальше, я думаю, нашлись у меня контактики такие. Всегда забываю про колечки. Прям бич. Контактики очень удобные, они рассеченные, 0,2 никелированные ленты, правда не никель, но рассеченные, что нам позволит сделать качественную сварку. Еще нас ждет долгий и увлекательный процесс балансировки батарей, так как контроллер штатный у нас без балансирующих цепей. А учесть, что банки у нас в другой партии и с разным уровнем разряда. Поэтому, я думаю, мы сейчас сначала сварим. Процесс балансировки аккумулятора я, наверное, оставлю за кадром, так как занимает время. Для тех, кто не знает, что это такое и как его надо делать. Все очень просто. Мы меряем каждую пару ячеек, измеряем. 3,63, 3,73. 3,73, банки очень неплохо. Вот 3,63 это наши новые. И надо, ну, тут два способа. Или мы все остальные разряжаем до их уровня, или же мы заряжаем ячейки до уровня, ну, все равняем в одно напряжение. Ну, учесть, что нам надо всего одну, там, десятую вольта догнать, я думаю, что мы просто сейчас блоком питания догоним их до уровня 3,73. Ну, смысл понятен. Не буду я просто тратить время. 3,64. Я думаю, это займет где-то минут по 20 на ячейку. Еще я думаю все-таки сделать обзорчик на сварочку на эту, потому что на русскоязычном YouTube как-то никто не сделал до сих пор на нее обзор. Это не просто 709 AD, а 709 AD+. Где-то током в среднем в 1C догоняем, чтобы было точнее. Можно даже меньше, в пол C.
после видео про велосипед Мерседес остались. Чистый никель, яйца вообще отлично без всего, просто обычный припой с канифолем. Так, еще бы я, ну, это я сделаю за кадром, отмою и немножко нанесу лака. Ну, проверим, сейчас у нас получилось, а что не получилось. 37,1 вольт. Ну, минус падения на переходе, хотя оно минимальное, но все-таки есть. В принципе, мы за не очень долгое время помогли ребенку обрести назад свой самокат, за что, я думаю, он будет очень рад. Соберем в пленочку, в термоусадочную большого размера. Кстати, на моем канале тоже есть видео про это. Пленочку я буду использовать 115-ю. Где покупал пленку, я оставлю ссылочки под видео, если, ну, может, кому пригодится. Останется пройти вот здесь силикончиком, загерметизировать этот шов, как было у наших китайских друзей сделано. Все, ну, это тоже останется за кадром. Так, на данный момент силиконового пистолета у меня нет. Вернем табличку, чтобы другой ремонтник знал, какой емкости хозяин батареи. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.